открыть. И поэтому игроки у них стояли, бились, ничего не происходило. И они стали исчезать. Один за другим игроки исчезали. И когда исчез последний, Момо с помощью живого цветка времени открыла хранилище, и они все время стали свободны. Сколько этой хрупкой девочки смелости. Да, а еще больше людей. Удивительная история. Я рассказал именно так, как будто она проходила в прошлом. Хотя это могло быть и будущее, мне не важно. А ваши годы удивились? Нет, ну что вы. А вы удивили? Но я их не встречал. Вы присмотритесь. Присмотритесь внимательно. А лучше еще вот что. Вы же писать? Ну да. Напишите книгу. Напишите эту историю так, чтобы читающий ее понял, как страшно, когда не остается времени на самое главное. Пойди теперь, девочка, мама.